Алиса, а как разворачиваются полосы? Весь поезд целиком не разворачивается никак. У поездов метров и у электричек кабина машинисты находятся с обоих концов состава. Разворачиваются локомотивы, то есть головные вагоны, отдельные, заменившие паровозы, которые тянут за собой вагоны или трамваи. У них тоже кабина только с одной стороны. Есть поворотный круг. На нем установлены рельсы, на которые заезжает по прямой локомотив, и его прямо с рельсами целиком разворачивают передом туда, откуда он приехал. Спасибо, Алиса!